Академия футбола «Шериф» объявила о наборе детей 2013 года рождения. Сделать первые шаги в самой популярной игре может абсолютно каждый ребенок. Занятия бесплатные. На одной из тренировок сегодня побывал наш корреспондент Юрий Чернявский. Опытному тренеру Юрию Бланарю незазорно зашнуровать бутсы маленькому воспитаннику Академии футбола «Шериф». Это показатель трепетного отношения к своим игрокам. Их ценят, даже если узлы они еще не умеют вязать как надо. Все-таки не так у нас много времени тренировочного, чтобы лишнее время не теряли. Ну, ваши узлы надежнее? Не, иногда развязываются. Юрий Бланарь всю жизнь в футболе. В свое время был наставником футбольных клубов, которые участвовали в Еврокубках. Столичный клуб «Тирасполь», «Рыбницкая Искра», «Сталь» помогал тренировать «Шериф». Сейчас свой опыт Юрий передает самым маленьким футболистам. Я с ними разговариваю, они знают и Барселону, и знают и Месси, и Рональдо знают. Однозначно, да. Хотят быть похожими на этих. А, конечно, конечно. Но сейчас все это кумиры, да. Но однозначно разговоры об этом идут. Эти дети занимаются футболом около года. Они уже умеют не только набивать мяч, обводить соперника и передавать пас. Они знают, как выстраивать стратегию и играть в команде. У меня мечта сыграть в Лиге чемпиона и забить победный гол. Жене всего 7 лет, но перед ним встал серьезный жизненный выбор – играть в обороне или забивать голы. В итоге решил совместить и то, и другое. Выбрал позицию полузащитника. А как ты делаешь, когда забиваешь гол? Бывает же, говорю, гол. А иногда подпрыгиваю его вот так. С приходом осени в Академии футбола «Шериф» снова начался набор воспитанников. Тренеры приступили к формированию новых групп из мальчиков, рожденных в 2013 году. Сделать первые шаги в самой популярной игре может абсолютно каждый ребенок. Родителям нужно всего лишь позвонить и договориться с тренером о встрече. Одно из важных условий – наличие справки от педиатра, что ребенку разрешено заниматься спортом. Сами же тренировки бесплатные. Набор футбольной группы продлится до 1 октября. Здесь созданы все условия, чтобы детям было удобно, безопасно, и созданы все условия для обучения. Академии футбола «Шериф» уже 17 лет, и одна из основных ее задач – популяризировать игру и сделать профессиональный футбол доступным любому ребенку. Юрий Чернявский, Михаил Белый, ТСВ.